Всем привет, сегодня пришла посылочка от skilltoyshop.ru. Мне прислали спонсор пак. Недавно я катался на доске приз 33,3 мм. Я купил ее по цене 250 рублей. Это был контест в Екатеринбурге. Были цены очень дешевые. Но с ней произошла вот такая сиденушка. Она просто сломалась. Сначала я заметил, как она погнулась. Примерно вот так было. И трещины небольшие заметил, а потом все уже надоломалось. И вот досочка сломана. Ребята из skilltoyshop.ru за мое второе видео прислали мне досочку приз 32 мм. Очень удобно. Сейчас мы ее распакуем, поставим вот такой комплитик. Бета-тель, фрирайд. Прислали вот такие три стикера от приза. Вот, и какие-то, не знаю, колесики такие, блин, ни разу еще не видел. Не знаю. Вот, давайте распакуем нашу досочку. Все отрываем. О, красочная досочка. Красивая лакировочка. Щелчок, конечно. Но новой диски получше будет. Тем более, это приз. Щелчок, как бы, вообще идеально. Спасибо большое SkilltoyShop'у, досочку приз.